весь город за общим обеденным столом. Ир, как ты думаешь, такое возможно? Чем больше, Илья, я смотрю на то, что происходит на текстиле, тем больше я понимаю, что для этих людей возможно все. Если кто-то еще не в курсе, текстиль – это площадка на Красном Перекопе, в районе бывшей мануфактуры, на которой организуются разные интересные мероприятия. Вот, например, в прошлые выходные был большой обед. Что это, для чего это, кого приглашали и чем угощали – все это расскажет наш корреспондент Диляра Байбикова. Самое доброе утро! Друзья, как выглядит ваш воскресный обед? Ну как, дома, в квартире, за столом? Я предлагаю вам очень интересную и яркую альтернативу – большой обед! Идея большого обеда пришла к нам из Англии. Там биг-ланч проводится в первое воскресенье лета аж 2009 года. Цель проекта – собрать соседей за одним столом, чтобы изменить климат в обществе. В Ярославле же большой обед прошел уже третий раз. Жители города украсили место пикника, поставили столы и стулья. Ну а самое главное – приготовили еду. Ведь сделанное своими руками угощение всегда вкуснее. И чего здесь только нет. Даже скатерть-самобранка обзавидовалась бы. Свежие фрукты, замысловатые канапе, закуски и много-много сладостей. Записывайте рецепт от парня, отлично знающего американскую кухню. Во-первых, они с шоколадом внутри. Это настоящий American Chocolate Chip Cookies. Здесь очень много масла, замешивается с сахаром, туда добавляется мука, сода, пекарский порошок, шоколад. Это все отправляется в духовку, да, набивается мамдемсом и печется в течение получаса. Много масла, много шоколада, ну и, конечно, мамдемсы. Получается вот такая вот крутая, вкусная печенюха. Едите и толстеете. Да. Но на большой обед пожаловали не только любители, но и настоящие кулинарные профи. Аня и Василий испекли аппетитные корзинки из слоеного теста, тарты, ну или просто ватрушки по-заморски. Но начинки тут... Мы приготовили, соответственно, два вида. Это не сладкий тарт из карамелизированного лука. Карамелизированный лук – это французская кухня, и французы умеют делать невероятное, превращают горький лук в очень сладкий и вкусный. Он из клубники с ревенем. Это такое классическое сочетание на Западе, на самом деле, символизирует последний урожай чуть кисленького ревеня с первым урожаем сладкой клубники. Друзья, это выглядит действительно очень аппетитно, и совсем скоро, я думаю, мы это попробуем обязательно. Ох, ах, в животе заурчало от такой вкуснятины. Но мама учила, что сначала первое блюдо, а пироги потом. Эх, супчику бы. На большом обеде есть не только закуски к канапешке, но и настоящий борщ. Расскажите про него. Что про него рассказывать? Какой обед вообще в России, да, без борща или без первого? А что из первого самое эффектное? Это борщ. Тем более такой, потому что у нас борщ особенный всегда. Мы только что вернулись, привезли разных-разных южных трав, базилика, чеснока, всего-всего самого натурального. Вот, поэтому у нас борщ просто сегодня из всего молодого, из всего нового и свежего. Вообще, нового и свежего на большом обеде было предостаточно. Например, чтение за приемом пищи – занятие нежелательное. А нет, текстиль доказал обратное. На большом обеде можно не только узнать множество интересных блюд и, конечно же, вкусно покушать, но также и угоститься чтением, что мы сейчас и сделаем. Томик Проспера Мериме действительно захватил меня на некоторое время. Оторвавшись от книги, я оглянулась. Какая же все-таки красота! Маняще пахнут и шкварчат грибы на Воксковороде. Горожане читают, танцуют, играют и весело болтают, сидя за обеденным столом. В воздухе царит дружелюбие и безмятежность. Друзья, как казалось, большой обед – это не только вкусный стол, но еще и яркие знакомства, интересные книги и игры, и, конечно же, хорошая компания. Самым добрым утром, друзья! Почаще выбирайтесь из дома!